Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы коротких масахтот. Урок посвящается Рифу Шлема Шель Хадаса Батахува, Раиса Бацони, Вихоль Исраэль. Мы дошли до масаха Цицит. Вот здесь, что интересно, будет информация, которая действительно цитирует, и которая имеет таки навками насчет Цицит во время похорон. Аколь хаявим би Цицит. Все обязаны носить Цицит. Раби Шимон Потер бен Ашим. Раби Шимон освобождает женщин. Мипнейши азман грамма. Потому что это митцва, которая зависит от времени. Да, не очень понятно. Это значит, выглядит, что хахам считает, что не азман грамма. То есть всегда и во всех случаях нужно носить цицит. И днем, и ночью, и на одежде, которая дневная, и на одежде, которая ночная. На самом деле в Геморе Ирушалми так не выглядит. Выглядит, что их диспут более узкий. Что в чем-то согласны и хахамим, но тем не менее они считают, что это все-таки относится к женщинам цицит, и что это митцва, которая в каком-то смысле не зависит от времени. То есть в любое время может теоретически относиться, но это не значит, что они полностью считают, что всегда и для любой одежды нужно вешать цицит, даже полностью ночную и по ночам. Но как бы там ни было, халаха у нас точно как Раби Шимон, и поэтому у нас женщины не носят цицит. И это доказывают решением, кажется, нету диспута. Я не знаю, есть ли решением, которое спорит с этим, что женщинам не нужно носить цицит. Но они имеют право добровольно носить цицит, согласно Псаку Шулхан Аруха. И по Рама даже сделать броху на это. Но интересно, что есть один источник, так называемый Таргум Йонатан. Он на самом деле не тот Йонатан бен Узиэль, который был Таргумом, автором Таргуба к пророкам, но какой-то есть так называемый Таргум Йонатан, какого-то Йонатана, или, может быть, это был Таргум Ярушалми, и расшифровали Юд неправильно, думая, что это Йонатан. Но, во всяком случае, у нас он напечатан как Таргум так называемого Йонатана к Хумашу. И этот Таргум не очень понятно, он с времен ли Хазаль или позже. Но, во всяком случае, он поздний, он не так рано был, как во время учеников Хилала, да, Йонатан бен Узиэль был учеником Хилала. Кстати, величайшим из его учеников. Ну, как бы там ни было, вот этот Таргум Йонатан, он считает, похоже, что женщинам нельзя носить цицит по другой причине, что это как мужская одежда, что это тип запрета, да, лотилбаш, что не может женщина носить мужское платье, а мужчина женское. Так вот, цицит становится чисто мужской одеждой. То есть уже в его время, по крайней мере, да, носить цицит было настолько чем-то мужским, что уже для женщины, возможно, попадает это под этот запрет. В основном, поским это не привели. Да, как я сказал, Шулхан Арух не постановляет, что был запрет какой-то для женщины носить цицит, если она хочет. Сегодня это ассоциируется в основном с реформистским движением или консервативными разными там, да, какими-то движениями в кавычках права женщин, где женщины почему-то решают, что они, если будут делать какие-то митцвы, которые относятся к мужчинам, то это как бы добавит к их правам. Вот, поэтому в основном ортодоксальные еврейки, тем более харидимные еврейки, цицит не носят. Но когда-то такое бывало. У особо праведных женщин бывало, что они как бы бицина, во всяком случае, скромно, конечно, да, это не было на показ. Вообще, любые митцвы для мужчины тоже, если он будет делать что-то, что никто больше не делает, то лучше это делать скромно. Если он какую-то хумру на себя берет, то говорится, что на показ не следует это делать обычно. Тем более для женщины носить цицит на показ. Но скромно были какие-то праведницы, которые носили цицит. Известны какие-то истории про них, что они носили цицит. Мне один, кстати, сатмаровский хасид рассказывал, что то ли бабушка, то ли прабабушка носила цицит, и еще много каких-то хумрот у нее было. Вот. Поэтому это бывало, но это была редкость, и это не было чем-то, что афишировали. Дальше. «Коль катан шегу йоде алитатех би цицит, а виво село цицит». Если ребенок уже может закутываться в цицит, отец ему делает цицит. Интересно, что вот здесь сказано в форме, что он может закутываться. Да, но сегодня маленьким детям уже с 3 лет обычно вешают цицит на талит катан, так сказать. Сегодня же в любом случае цицит в каком-то смысле это хумра, потому что у нас нет практически четырехугольной одежды. Поэтому у нас всегда цицит как бы специально талит катан или талит гадоль делают специально четырехугольной одежды, чтобы там был цицит. Так вот детям обычно принято уже с 3 лет мальчикам, да, делать маленький цицит. Талит шегуми михасеро шовирубо хаевит бицицит. Значит, размер талита минимальный, это что покрывало голову и большинство тела. Висадин
Бет Шамай Потрим, Бет Хилал Михаевим. Что касается садин, да, это из льна сделанная одежда, да, то есть диспут между Бет Шамай и Бет Хилал. Есть большой диспут решением, как понимать точно, о чем идет речь. Это связано, без сомнения, с тем, что Техела делается из шерсти, да, из шатнесом. Но вот в каком смысле, да, имеется ли в виду, что на лен вообще не есть никакой цвет, даже белый? Или имеется в виду, что их диспут в основном насчет того, вешать ли голубую нить? А апикрисин патура Раби Акива умер хаевит. Это какой-то вид одежды тоже. Есть разные виды одежды, которые, возможно, что не считаются, да, четырехугольными до такой степени, чтобы на них вешать цицит. У нас сегодня в любом случае нет такой одежды практически. А талит кафула хаевит бецицит Раби Шимон Потер. Если талит сложили в два раза, то вешали на него цицит, он, если его раскроешь, то получится, что цицит будет посередине, да? Это здесь диспут Хахамим и Раби Шимона. В Геморе Миноход, кажется, более подробно все это обсуждается. Талит шекулат и хевет. Если весь талит сделан из голубого, тогда хаевит бецицит. Все равно нужно цицит вешать. Да, согласно Мидрашу, это был вопрос Короха, да, такой вопрос ехидный Короха к Моше и Арону, что зачем нужен цицит для талита, который весь из техелет. Кар шаасо садин, висадин шаасо талит, харейлу хайвим. Тоже какой-то кар, это что ли, подушка определенная, из которой сделали одежду, или из одежды сделали, да, из простыни сделали талит. Все эти варианты все равно нужно вешать цицит. Не знаю, в чем здесь хидуш. Кисут лайла у парсей хамита харей элу потурим. Если это одежда ночная или для кровати какая-то, да, может быть, просто не для кровати, что ли, это не нужно цицит, миноцицит. Веатри гон вегапилгас веапуктерин веарбикуа веантана харей элу потурим. Это все какие-то виды одежды, которые соблюдаются там все условия, чтобы нужно было вешать цицит. Возможно, что тригон — это как треугольник по-русски, что треугольная одежда не имеет четырех углов, соответственно. Дальше. Зе аклаль, коль шеэн бо арба, эн ло арба ткнафаим, патур мина цицит. Да, что это общий принцип, что если нету четырех углов, то эта одежда не требует цицит. Только четырехугольная одежда. Вот. У нас халаха, что если больше четырех углов, то цицит требуется, но вешается только на четырех из углов. А вот меньше четырех углов вообще не вешается цицит. Мисва цицит, бешама амрим арба хутим, шель арба эцбаот. Значит, по бет-шамай самих веревочек нужно 4, как наши цицит. У нас в этом халаха как бет-шамай. Более того, их минимальный размер — это 4 пальца. Казалось бы, тогда весь цицит достаточно, чтобы был примерно 8 сантиметров. Да? Каждый эцба — это примерно 2 сантиметра или чуть больше. У нас цицит гораздо больше, чем это. Потому что есть мнение, что 4 пальца имеется в виду только анаф, только та часть, которая закручена. У нас цицит идеальный — это треть анаф, 2/3 висят, да, ниточки просто. То есть та часть, которая закручена и завязана, это треть от всего. Значит, если тут 4 пальца, то всего цицит будет 12 пальцев. Это хумра, которым мы все следуем. Если цицит покупать в магазине, они все 12 как минимум пальцев сделаны. Вот, это значит все мнение Бет Шамай. 4 веревочки, и каждая по 4, но, как я сказал, 4, возможно, имеется в виду только анаф. Только канаф, только та часть, которая да, анаф как раз наоборот, то кажется, часть, которая висит, да, а канаф, наверное, та, которая... В общем, та часть, которая заплетена, она 4 пальца, да, по мнениям строгим. Вот, это все мнение Бет Шамай. А Бет Хилал омрим шалош хутим шель шалош эцбаот. По мнению Бет Хилал, и сами ниточки их меньше, и по длине они меньше. У нас халаха ни в том, ни в другом, не как Бет Хилал. 3 пальца и 3 ниточки. Амра Йосиф бар Йехуда, аша амру бет хилал шалош аль шалош, кровот диврей эйлу льотки диврей эйлу. Хотя бет хилал сказали 3 на 3, 3 по 3, но они близки к словам предыдущего мнения. Это вообще непонятно, чем они близки, о чем вообще речь.
Может быть, у них там как-то по-другому эти три пальца считаются. Может быть, три пальца, например, не сжатые вместе, а как-то растянутые на определенном расстоянии, что получается почти четыре. Шайр это техелет, вело шайр это лаван. Это лаван, вело это техелет, мякев. Значит, если сделали цицит только из белого или только из голубого, то по этому мнению, по первому мнению, это мякев. У нас халаха не так следует. Иначе бы цицит вообще в наше время невозможно было бы носить. Вот. Значит, первое мнение, что это мякев. Белый мякев голубой, голубой мякев белый. Шатехет валаван мяквим зе дзе. А Рэби омер эйно мяквим. Видите, здесь у нас написано гирса, что Рэби мягок, а хахамим строги. А в Геморе как раз наоборот. Рэби таки строг, а хахамим мягкий. В любом случае, халаха, как мнение, мягкое, что можно и можно только из белого делать, если нет голубого. И поэтому в наше время, когда почти никто не носит голубое, да и те, кто носит, не уверены на 100%, что это тот самый техелет. Поэтому носят, в основном, еще белое и выполняют заповедь, по мнению хахамим. Арба цициот мяквот зоэдзов. Добавок насчет самих цицит. Они тоже друг друга мякев. То есть, если не сделали все четыре цицит, только сделали на трех углах, например, то не кошерно весь, да, либо все четыре, либо ничего. Шокула мицва хадж, это все одна мицва хен. А Раби Ишмаэль, с этим спорит Раби Ишмаэль, омер арба мицвот хен, что четыре цицит это четыре разные мицвы. Ха цицит нитна битох гимелец баот шель канав, значит, вешают цицит внутри трех пальцев от концов. В смысле, нельзя ее слишком глубоко, эту дырку, делать, слишком далеко от конца, от угла. Йотер микан псула, если дальше сделали не кошерно. Нитна кипетиль псула, если сделали ее как петиль, бепетиль, извиняюсь, внутри петиль, может быть, имеется в виду та часть одежды, где уже не сплетенная одежда, а просто висят такие, знаете, бывает одежда, которая на конце бахрома, что ли, вот висит просто нитки. Так вот там невозможно повесить цицит в этом месте. Псула. Бень тефах лепетиль кошерен, но между тефах и петиль, что бы это ни значило, дальше там, в общем, не на самой бахроме, а тогда кошерно. Раби Элиэзер бен Яаков посе, Раби Элиэзер бен Яаков и это запрещает. Кацеца ве хибра кошера. Если он отрезал и потом приделал, то кошерно. Раби Мейр посе, Раби Мейр запрещает. Тоже непонятно, о чем точно речь. Отрезали ли угол с цицита, потом снова пришили или как. Асабиф не ацма кошер, если отдельно сделали, тоже кошерно, непонятно, что имеется в виду. Халокех талит минаовит кохавим, у минакути, у мацаба техелет, харезе псула. Если человек купил у нееврея или у самаритянина талит, и там оказался техелет, то это не кошерно, мы не доверяем им. У мишель Исраэль харезе бехеската, но если у еврея купил, тогда хазака, что все кошерно. Талит шенатла ахат мицециотав, охезба виоце, нитлу штаим михасе кимин тригон, нитла шалош асур лицетба. Тут вообще непонятно, о чем речь, когда говорится, что у талита, если забралась одна цицит, имеется в виду, да, одна веревка внутри цицит, вряд ли, да, похоже, что имеется в виду сам цицит, то есть на одном из углов, что ли, оторвался цицит, он говорит, все равно держит охезба, и выходит так. Если две, тоже покрывает как-то как тригон, как треугольник, что ли. Вот если три уже, тогда запрещено выходить. Вообще непонятно, о чем речь. Может, это как Раби Ишмаэль идет, что цицит друг другу не мякев. Потому что для нас Аллаха, что если даже один будет некошерный, то все некошерно. Но если имеется в виду отдельные ниточки, тогда бывает, что действительно одна ниточка оторвалась, и все еще кошерен цицит. Там все более сложно, в зависимости от того, в каком месте оторвалось и сколько ниточек оторвалось. Эйн материм цицит аль хамет. Вот это самое главное здесь, из-за чего в этой месехе, как я сказал, что-то, что цитируют, потому что большинство из утверждений либо уже есть геморе в Минахот, в Вавилонском Талмуде, да, основные законы цицит, в Иерусалимском вообще нет подробного суждения цицита, а в Вавилонском это все попало в Минахот по определенным причинам. Вот, но есть здесь утверждения, которые уже есть в Талмуде, а есть утверждения, которые просто не совсем понятны или, может, неправильная гирса. А вот есть то, что все понятно, и при этом это действительно новая информация, которой больше нигде нету. Поэтому это, как пишет Гра, это МСФ-то не было у всех решением, поэтому он считал Гра самым правильным обычаем,
хоронить человека в цицит, ничего не рвать. Потому что хуцларец обычай, что рвут один из цицит человеку, когда его хоронят. Агра не хотел, чтобы ему так сделали. Вот. И считал, что галаха, вот как здесь в Месехет Цицит, что большинство мудрецов, которые спорят с Абба Шаулем, считают, что никакой святости нету. Потому что есть другие еще обычаи. В Израиле, там, кажется, вообще снимают талит потом с человека, когда хоронят. У сефардов свои обычаи. Есть много разных обычаев, что делать. Но вот Гра считал, что самый логичный обычай, что человек, который при жизни носил цицит, пусть будет похоронен в цицит, ничего рвать не нужно. Итак, значит, говорится следующее. «Эйн материм цицит аля мет» – «не кладут цицит на мертвого», в смысле, на одежду мертвого, когда его хоронят. «Аба Шауль бен Битнит умер», «Аба Амарли кишамут хатирли ло цициот», «Шешба мишум кидуша», что сказал ему отец перед смертью, что когда я умру, говорит, «сними с меня цицит, потому что у них есть кидуша», что цицит имеет святость, поэтому нельзя хоронить цицит, по его мнению. «Вахахамим умрим», а хахамим с этим спорят, «Эйнба мишумки душа», что в этом нет никакой святости. Поэтому Гра говорил, что халаха хахамим, это не только Гра, есть решоним, которые так считают. Просто Гра согласился с этим, говоря, что раз масеха цицит у нас есть, то это полное доказательство, что все, кто считали, что не хоронят цицит, они на самом деле считают, что есть святость у цицита. А у нас халаха, что нету святости, без сомнения. Да, есть у нас вещи, которые святые, например, тфилин, даже коробочка от тфилина. А есть вещи, которые святости не имеют, как цицит, например, как говорится, они незреким после использования. Правда, у нас обычай сегодня не выбрасывать их мамаш в помойку, но, по крайней мере, микор один, да, у цицит нету святости мамаш. Поэтому можно и хранить человека в цицит. «Эмба мишумки душа, элио сетам тахрих ламету мардела хамо», что можно сделать из них саван для мертвого или седло для осла. «Хацуве талит ли ацмо, линсот ба». Если человек пробовал, видимо, имеется в виду голубое, да, тхелет, попробовал просто покрасить, чтобы проверить, как краска ложится, видимо, это имеется в виду линсот ба, то это пасуль, да, нужно, чтобы специально красили, когда цицит красят, не просто на пробу. Цава афилу арба вихамиша паамим псула шейна цувим тхелет эле бихилазон. Если, говорит, даже 4-5 раз красили, это не годится, потому что нельзя красить, только можно с помощью хилозона красить. Тоже непонятно, в чем здесь смысл, что значит 4-5, да, понятно, что нужен только хилозон, это хазар много раз говорили, что годится для голубой нити только хилозон, не любая голубая краска. Но то, что говорится 4 или 5, непонятно, может иметь в виду, что когда уже использовали эту краску, то второй раз использовать нельзя, это как бы теперь пасуль, остатки. Хилозон, лама гудоме, на что похож этот хилозон? Приото доме ли даг, вегуфо доме ли ракия, вейно оле эле лишивим шаним. Значит, такие, говорится про него, легенды, что он, значит, похож с одной стороны на рыбу, с другой стороны он похож на небеса и не поднимается из-под воды только раз 70 лет. Это, наверное, просто большое число, в смысле, его трудно достать. А лифихах дамав биокер, поэтому они так дорого стоят. А вот, да, кстати, интересно, что, как пошутил рав Ильяху Тавгер, который написал очень подробную статью на этот счет, и он же является одним из самых главных, может, самый главный из тех, кто возобновил мицву Техелет в последнее время, вот этого мюрекс хилозона, да, считается, что мюрекс – это тип ракушек определенных, кажется, да, это моллюски какие-то, это не рыба мамаш. Вот, но хазар могли назвать это рыбой, в принципе. Они рыбой все называли, что в воде. Но что интересно, что он говорит, что если взять все, что есть про этого хилозона, то это получится типа чудо-юдо рыбакит, знаете, что он там всех цветов и делает там совершенно невероятные вещи. Это одновременно и животное, и рыба, и ракушка, и чуть ли не, да, все что угодно. То есть фактически, если требовать, чтобы хилозон был по всем условиям, которые где-либо упомянуты в старых книгах, то нет такого хилозона и не может быть просто. Это все взаимоисключающие условия. Поэтому то, что он нашел, не он лично, но то, что ученые нашли, и он, так сказать, был очень большой поддерживающий эту идею вот нового хилозона мюрекса, это, во всяком случае, seems to fit, да, похоже, что попадает в основные категории определения хилозона. Но если начинают спрашивать, а вот есть там, там-то и там написано так-то, то тогда на это можно ответить, что все тут невозможно быть йоци. Нет на свете существа, которое бы могло все условия выполнить хилозона. Хамуцит и хелет афальпиши гу
Шизура, Шейшизура псулась. Даже нашли уже Техелет, просто нашли, видимо, валяется на улице или там на помойке, валяются просто веревочки, которые похожи на Техелет и уже даже сплетены правильно. Все равно нельзя их брать для цицит, это пасуль. Шейнлохим Техелет или Минамумхе, что покупать Техелет можно только у специалиста. И на этом мы сегодня закончим. Закончили масехет цицит коротенькую. Осталось из этих коротких масехтот мезуза. А потом, может быть, я не знаю, вернемся к тем, которые мы пропустили. Блин, это есть масехет кала и два масехет дерехерец. Посмотрим. Урок посвящался Рифуа Шлема Шель Хадаса Ватагуа и Раиса Батсоне Вехоль Исраэль.